Привет, друзья и гости канала! Сегодня вот нам пришла посылочка, хочу показать вам дорожку, которую нам соткали и прислали из Западной Украины, из Мукачева. Возможно, это будет кому-то необходимо, поэтому вот делюсь. Мы заказывали впервые по объявлению в OLX. Тканевая дорожка для нас удобна тем, что ее можно стирать. Она из натуральных ниток, и еще мы и искали такой вариант, потому что нам нужны были определенные размеры. А в магазинах сложно найти сочетание размера и цвета, и чтобы она стиралась. Дорожку изготовили быстро, за неделю, наверное. Была немного только заминка в нитках, но потому что они закончились, и докупали. В общем, кому нужно, обращайтесь, дам контакты. Посылка до Харькова новой почтой доставлена была дня за два. Вес от ее 2 килограмма. Стоимость доставки 67 гривен. Стоимость дорожки... Длина 2 метра, ширина 1 метр, 580 гривен. Вот достала я из посылки ее. Вот такая расцветка. Варианты есть в объявлениях, еще другие расцветки. Поэтому это нужно обсуждать с хозяйкой. Вот она с такой бахромой. Стирать можно в машинке при 30 градусах и отжим 400 оборотов. Чем нас соблазнило это объявление? Тем, что у женщины, по-видимому, не один станок. И она изготавливает любую длину и любую ширину. Тогда как в других объявлениях есть определенные конкретные размеры. И вот для кухни мы заказывали дорожку. Так она смотрится.